Привет! Сегодня я хочу сделать вам предложение и выслать виртуальное приглашение. Не бойтесь, нет ничего страшного, даже несмотря на название этого видео. Я сейчас читаю книгу Эрика Бертрама Ларсена, которая называется «На пределе. Неделя без жалости к себе». Как называть ее сам автор, он предлагает пройти читателю этакую адскую неделю. Сама идея адской недели взята из реальных военных подготовок, военных учений, и он предлагает пройти нам, гражданским людям, ее гражданскую версию. Я сразу хочу сказать, что это моя личная инициатива провести эту неделю с вами. И второе, что я хочу сказать, вам не обязательно покупать и читать эту книгу, вполне можно следовать просто тому, что следую я. Я скажу основные вещи, но если вы прочтете книгу, там просто все это более подробно, более полно. Я, конечно, буду говорить такую поверхностную версию, как я поняла то, что там написано. Я пока не уверена насчет формата, как будет проходить отчет, что нужно будет делать. Не думаю, что это будет видео каждый день, но мы что-нибудь такое придумаем, тем более, что есть еще несколько недель. Кстати говоря, адская неделя наша с вами начнется 14 марта, это понедельник, и закончится через 7 дней в воскресенье в 10 вечера. Если говорить кратко, что будет включать в себя адская неделя? Во-первых, она будет включать спорт, во-вторых, полезное питание, в-третьих, она будет включать в себя разного рода осознанность и включенность в жизнь. То есть вам придется выложиться по полной во всех сферах своей жизни и просто прожить эту неделю так, как вы всегда хотели. Нужно делать это всего неделю, ни больше, ни меньше. Можете потом пойти в понедельник следующий в Макдональдс и там съесть что-нибудь вредное. Но вот эту неделю надо держаться, поставить себе определенные цели. Каждый день недели будет посвящен конкретно какой-то проблеме. Допустим, понедельник посвящен привычкам. И мы вместе с вами все это будем делать. Я подозреваю, это будет скорее в письменном формате. Почему я предупреждаю вас настолько заранее? Даже сам Ларсен пишет, что для того, чтобы пройти адскую неделю, к ней нужно быть морально готовым. Потому что, когда ты слышишь о ней в первый раз, думаешь, о, да, я хоть завтра, я могу уже это делать, я готов, я лечу. Но как только такие люди попадают в реальные условия, они очень быстро сдаются. Поэтому и мне, и вам нужно морально ко всему этому подготовиться и принять эту мысль, что целую неделю мы будем жить по-другому. Я пока не знаю, насколько полезной будет эта программа и насколько я смогу дойти до конца или вы сможете. Но я думаю, что попытка не пытка, и все это бесплатно, попробовать может каждый. Я надеюсь, что вы созреете, и я оставлю, конечно, все ссылки на специальный пост, где можно будет записываться для участия. Вы можете не записываться и просто участвовать, вы можете не участвовать, но записываться. Свободная форма. Ну а на сегодня это все. Я дала вам пищу для размышлений. Я всегда ваша. Пока.